Дорогие друзья, с вами Саша Комбат. И сегодня я вам покажу, как сделать супер незаметный дом. Да. Вы можете на выживание построить, ну лучше на творческом, это быстрее. Вроде обычная пещерка. Ну, можно назвать скрытный дом. Да, вроде обычная пещерка, но нет. Тут есть рычажок. Нажимаем его, открывается дверь. Чтобы закрыть дверь, нужно вот так вот нажать на другой рычажочек. Далее. Вот тут вот какая-то недоработка. Почему? Оттуда исчезла зажигалка и... Извините. Сейчас все сделаем. Да. Далее. Вот, к примеру, вы говорите другу, хочешь получить эту штуку? Сами нажимаете на рычажок, и все открывается. Да. Недоработка. Так. Проглючила. Видимо, я вижу, глючит. Так, где эта штука? Да, глючит. Ладно, тут есть зажигалка и ботинки, но глючит. Ладно уже. Вы можете также закрыть. Вот, хопана. И все. Никто больше сюда не пройдет. Вот так вот. Далее, вот еще один ход. Вот. Просто нажимаете на рычажочку, он открывается и закрывается. Закрою, чтобы никто не видел. Так, сейчас я вам покажу. Ну, я думаю, сначала я покажу, что на лестнице тут. Знаешь, приседаю тут. Нажимаю на рычажочек. Да что ж такое-то сложно. Еще немножко лагает. Нажимаю на рычажочек. И вот я выбрался. Также я могу сделать. Нажал на рычажочек. И там закрыто. Да, самое крутое. Далее я вам покажу вот эту комнату. Вроде тут ничего необычного, но... Тут моя машинка. Да, моя машинка. И я сам построил. Тут проход. Такое. Обычная маленькая машинка. Вот. Я ее сам построил. Такую. Маленькую. Такая у меня машинка. Закроем ее. И пойдем посмотрим, что я еще сделал. Вот. Тут у нас есть зомби. Он под охраной сидит. Что рычишь? Далее, вроде ничего необычного. Вот такой вот проходик. Я попробую IP этой карты. Ну, короче, эту карту выложить. Я ее сам строил долго. Я надеюсь, вам понравится такой. Ну, если у меня получится, я ее выложу. Так, открываем. Далее я вам покажу. Еще кое-что. Это. Да не то опять. Все напутал. Мой проход ко мне в дом. Да. Но тут... Я не знаю, догадаетесь вы или нет. Один рычаг открывает вот здесь вот дверь. Я думаю вам показать. Вот этот вот рычаг открывает дверь. И тут у меня моя собачка, деньги. Все переименовал так. И вот так вот. Вот такой вот у меня классный домик. Если что, будете выживать, тут есть еда. Да, есть еда тут.
положу на место. Тут очень много еды. Вот. Даже семки. Ну, я думаю, они вам не понадобятся или понадобятся. Ну, я просто для прикола положу семки. Закрываем все. Ну и если под этим видео наберется 10 тысяч лайков, я покажу, как это сделать. Да, как такой тайный дом сделать. Он довольно тайный. И если вы не поленитесь, то поставьте лайк. Ну, тогда будет вам этот дом. Вы сможете самостоятельно его построить. Ура, 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 слава. Слава вам, слава. Вы сможете легко такой дом построить. Очень легко. Да, только если вы на выживании, не слупите. Вы можете нажать, так вот сюда встать, нажать на рычажочек, выйти. Но потом вы никак не зайдете. Так что лучше на рычажочек не нажимать, выйти. И вот тут вот нажать на этот рычажочек, чтобы все закрылось. Вот такая вот пещерка. Да, обычная пещерка. Что здесь рычаг? Тут этот рычаг мне не нужен. Ну, а вот я сейчас покажу вам, где выход на улицу. По лестнице. А вот и он. Да, это тот выход. Это тот самый выход. Вот этот блок травы и есть выход. Сейчас я даже докажу вам. Идем. Хопана! И выход. Вот такой вот обзорчик. Я попробую IP этой карты выложить в описание, но наберите побольше лайков. Тогда мы с Ясиком что-нибудь интересное снимем. Hello, neighbor. Или... Троллинг. Да, троллинг. Я думаю, многие любят эту рубрику. Троллинг. Ну, всем пока. И удачи. С вами был, как всегда, я, Саша Комбет. У меня только 5 видео. Вот это 5-е видео. Ну ладно, это не страшно. Всего лишь. Всем пока.